утро, дорогие мои. Продолжаем катать его Truck Simulator 2, версия 1.36. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас происходит, где я нахожусь? Осуществляю доставку экскаватор Hitachi 23 тонны из Румынии, везу в Москву. Сегодня у меня день доставки. До 8 вечера должен прибыть в Москву. Еду на тракторе. Еду на траке Peterbilt 379 с двигателем Кэтси 15 550 лошадиных сил. С палочкой у меня такая низенькая. Флаттап 63 инча. Коробка 13. Ну все, пора ехать. Стою в районе Воронежа. Ну не в районе, а в Воронеже и стою. Так, давай чуть-чуть я. Так, а чё, никому хреново не будет, если я отсюда выйду, да? Так. С Богом. Время 16:00. Встал в 2 даже уже, ой, 3:30. Пока встал не спеша. Позавтракал, умылся. Позавтракал, умылся. На туалет сходил. И погнал. Антошка, Антошка, пойдем. Картошку, Антошка, Антошка, пойдем картошку. Анекдот такой вспомнил, что-то вообще к слову тогда. Про эту Антошку песня завелась. Мальчик в школу опоздал. Такой приходит на занятия. Училка такая: ты чё, говорит, Петечка, опоздал? Да блин, картошку у Марьи Ивановны жарил. Картошку жарил? Ну да. Ну ладно, заходи. Зашел, сел. Заходит такая девочка, вся такая взъерошенная, один бантик развязался, там волосы торчком, на этом самом, на фартучке лямка. Одна сползла, короче, да. Вся такая взъерошенная, чулочек один спустился. Так. Ты говорит, кто? Я новенькая. Как твоя фамилия? Картошка. Тихо, 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 тихо. Так. Ты говорит, кто? Картошка. Дал бог фамилию. Ладно. Так, чуть правее держимся. Сегодня нам надо быть в Москве. Ну, по-любому буду, время-то еще. Так, пропускной. Давай-ка в левый пойдем. Да ёп. Что где? А чё толку, в левый, в правый, везде? Прилет 550-то честных кобыл катерпиллерских. Катерпиллер — великая сила.
тут тоже стоянка хорошая есть, кстати. И, в принципе, я нормально выспался и в Воронеже стоял. Отлично. Вообще без проблем. Большие удобные стоянки. И в душ сходить, в туалет сходить, и покушать можно, горячее поесть. И путевенько так. Что-то так утром рано, трафик какой-то попёр, еще 5 часов почти. Или это я просто так попал? Как волной трафик так идет, бывает. И я так сюда попал. Ох, брус какой хороший. 150 на 150 поди. Или 200 даже. У меня еще и на очереди пара американских траков на тест стоят, но они ждут 29 уровень, пока я его доеду. Но походу с этим Петрухой я еще не доеду. Походу не доеду. А, не доеду, так не доеду. Возьмем еще один трак. Надо будет, еще один возьмем. Следующий рейс у меня будет из Москвы. Хорошим превышением. О, спасибо. Спасибо, коллега. Ну, не в смысле коллега по работе, а коллега по движению. Я его догнал, машина раз передвинулась. Ему не трудно. Я спокойненько прошел вперед. Потихоньку уже дело к утру идет. Скоро солнце будет вставать. У нас на дворе осень ранняя. Сегодня третий день маршрута моего рейса на этом Петрухе. Машинка вообще, конечно, кайфовая. Послушай, как engine brake работает. Ох, какой, ух, такой прям аж, ух, бодрячок. Так, а это до Москвы у меня дорога-то не хоженая, поэтому профиль еще была, видать. Ну да, вот так едешь, едешь, да, раз, машин нету, нету, чик, волну догнал. Они все равно получается, как бы средняя скорость уменьшается, когда идет волна. Что левый, что правый ряд по-любому. Поэтому кто-то сзади раз догоняет. Получается, что у догоняющего скорость выше была. Тюк. Либо тащишься вместе со всеми, либо как-то потихоньку по левому ряду перемещаешься вперед. Обращали внимание, как велосипедисты едут на соревнованиях по велоспорту? По шоссейным гонкам я имею в виду. Они постоянно перемещаются. Слева, как-то справа. Кучка, кучка. Так раз, вперед, назад, вперед, назад, так. Если лидирующая группа, допустим, вышла, там, допустим, велосипедистов 5-10 спортсменов, они постоянно идут. Вот длинная, длинная трасса, да. Они идут постоянно. Меняются. Последние. Постепенно, постепенно так раз, выходит вперед. А кто первый шел, постепенно так смещается назад. А поскольку трасса длинная, это без проблем. Как бы тут не надо с самого начала, с самого старта тормать. Никто так не делает. Обычно вначале все большой группой, либо удастся отпочковаться в первой группе и поддерживать хороший темп. Один ты не выдержишь большого темпа. А когда идет несколько спортсменов, им легче держать большой темп, потому что первые 2-3 спортсмена идут клином, получается. Они, получается, не разбивают воздух, остальные за ними идут.
как в кильватере получается. Им легче идти. Поэтому они маленько отдыхают. А если ты будешь постоянно так вот в кильватере висеть, отдыхать, силы беречь, тебя накажут. Отсекут и оторвутся от тебя. А ты один уже только пойдешь уже на следующую группу назад. И задняя группа тебя легко догонит. Так что... Ну что? Ну давай маленько газку-то притопи чуть-чуть. Давай, давай. Так, ладно, блядь. Ты чё, ты вообще, сука, охуевшая? Ты видел, нет? Притормозил такой. Вот сучонок, а. Ой, молись, чтоб я тебя не догнал, блядь, а. Еще бы вспомнить, какая там машина-то была, блядь. Это типа он обиделся, что я ему посигналил, что ли? Вот сука. Ну капец тебе, Васечки. Это смерть твоя идет за тобой. Чувствуешь, как костлявая сжимает пальчики холодные у тебя на горлышке? Так, сохранимся на всякий случай. Он не он, он сучонок. Он, других машин не было. Нет, блять, не он. А, это классика, там другая машина была. Тот уже учесал, падла. Или это справа москвич 41. Ладно, потом на записи посмотрю. Тот уже рванул вперед. Ну ёп, ну давай же, блядь, пенсия. Еще один москвич. Я подумал, что классика. Обознатушки. Так, участок платки закончился. Нихуя себе, 241 евро, что ли там с меня взяли? Скоро Москва уже. Двигайтесь прямо. Все непременно. Эта Галинка мне дорогу подсказывает. Иногда без нее как без рук. А иногда бы ей бы руки оторвал бы, если бы у нее были. Еще стояночка тоже. Маленький поворотик крутоват чуть-чуть. Да нет, нормально. Нормально, нормально, ничего не крутоват, все отлично. Ой, мне соточка километров-то осталось. Я уж сейчас буду в Москве скоро. Ну, хорошо, что я вчера не поехал. Ну, мне нахрен торопиться, ну мне куда гнать? Что, я все деньги хочу заработать, не заработаю. Денег у меня и так достаточно, вон там на счету. Ну, кстати, когда вот начинаешь профиль вообще с нуля, да, и покупаешь какой-то трак удачный такой, я обычно всегда с нуля брал Мазая. Цена небольшая. Одни какие-то моды там по 12-18 тысяч стоили, другой 30 тысяч, но все равно это не сравнимо дешево, ежели брать
мощный самый дефолтный трак Volvo FH-ку FH. Он с 500-сильным двигателем. Самый такой недорогой он получается, и он стоит дефолтный трак меньше 100 тысяч. Это если взять его там без всяких наворотов, просто вот для езды. Ну, с низкой кабиной, как бы, да. Это минус. Высокая кабина существенно счет увеличивает. Но и то уже на нем можно как поездить. На Мазае берешь и точно так же, и ты 40 и 50 тонн на нем таскаешь. Конечно, да, это по игре, но в реальной жизни он столько 50 тонн не утащит. Смотря какой двигатель, конечно, ты ему еще ставишь, но если брать более-менее реальный, допустим, 238D, 330 лошадиных сил, там, это Ярославский. Двигайтесь прямо. Так, более реально как бы все получается. 20-30 тонн он может возить с таким движком. Может, я уже на подъезде к столице родины моей. Так, разгружаться мне чуть не в центре где-то. Чуть не в центре, походу. Держитесь левее. Я вообще посредине еду, куда левее-то? Держитесь левее. Вот ты Москва. Так. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Ах, не успел. Не успел. Ну что, едем? Нет. Так, а я что, без мигалки ехал, да? В принципе, у меня тяжелый груз такой-то. Бляха-муха, сколько ж у вас там? Держитесь правее, затем поверните направо. Поверните направо. Ну, поворот нормальный, не крутой. Yeah.
Хорошо, что я сегодня на сегодня оставил концовочку. Так, успеваем, 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 успеваем. Еще. Хорошо. Хорошо, что на сегодня я оставил. А то пришлось бы в полночь заканчивать вчера, сегодня эту доставку. Так, и что мне тут налево как-то что ли надо? Так, сейчас по кольцу. Давай-ка. На кольце второй съезд. Так, никого. Сейчас съедьте. Так, и вон там налево, походу. Так, держитесь сейчас левее, затем поверните налево. Так, сейчас налево сюда. Так, пока нам никто не мешает. Поверните налево. Спокойненько поворачиваем, никого нет. Да что ж такое-то, извиняюсь. Приехали. Так, что тут у нас? Никому не мешаем? Никому не мешаем. Так, сейчас зачекинимся. Угу. Не, давай 90 экспириенс. Так, нам надо будет сюда нам не проехать, только будем с левой руки, получается, да? Думаешь, я... Тихо. Думаешь, я так смогу? Так, пока рано. Когда вот так вот моргает и по зеркалу хочешь заехать, немножко непонятно с траекторией, да? Чуть-чуть выровняемся. Да, ты походу слишком рано. Там же еще, блядь, парапет этот в рот поел компот. Так, пока так. Так. Что, рядом уже, походу, да? Оп, перебор. Смогу, не смогу, слушай, так заехать по кривому. Так. Оп, так. Стой. И выровняться надо. Так.
выровняться. Так, вроде нормально все. Отлично. Отлично. Нормально заехал. Бывает и хуже. Так, превосходно. Так, что у нас там по имиджу? Ой, ничего нету. Отлично. Только чисто трак повредил. 29 уровень. Инструктор. Отлично, отлично, отлично. Теперь у меня два американских трака там висят. И их надо будет мне затестировать. Ну вот. Как-то так. Так, сейчас мы... Что мы, как мы, что мы, куда мы? Так, надо мне сейчас... Да в гараж, что ли, слушай, заехать, да? А тут один гараж в Москве. Тут-то рядом ничего нету. Один гараж. Ну, давай сюда тогда сейчас гаражик. Ага. Потом мы попашчаемся. Отлично, отлично. Хорошего пути. Поехали до гаражика. Так, а блин, мне тут пересекать дорогу. Как удобно, неудобно будет сейчас. Поверните налево. Стартанул-то, да? Вот это да. Двигайтесь прямо. Так, там налево. Налево. Сейчас гараж возьму. Держитесь левее, затем поверните налево. Поверните налево. Так, где у нас там направо надо будет? Хорошо по зеленому проскочил по коридорчику. Держитесь правее, затем поверните направо. Как скажешь. Поверните направо. И опять по зеленому вышел. Вы прибыли. Ну вот, как-то так. Сейчас купим гараж. Это уже все будет дальше. Красавчик Петруха. Жалко, придется с ним распрощаться. Я же не могу все время кататься на одной машинке. Есть и другие тачки, красивые, хорошие. Будем смотреть, будем тестировать. Но этот Петруха, вне всякого сомнения,
Вне всякого сомнения, один из самых лучших. Красавчик, красавчик. Ну вот, как-то так. Спасибо, что были со мной. Оценивайте это видео, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. С вами был Олег Драйвер. Пока-пока. До новых волнующих. У меня пока движок поработает, остынет турбинка. Всем пока.